Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, привет-привет, дамы и господа. И тут такая новость у нас. YouTube запускает собственную социальную сеть. Крупнейший видеохостинг YouTube запустил социальную сеть YouTube Community. Сейчас сервис находится на этапе бета-тестирования и доступен только ограниченному числу блогеров. Согласно имеющимся данным, новая социальная сеть позволит авторам роликов не только размещать на своих каналах видео, но и делиться с подписчиками другим контентом. В частности, в разделе «Комьюнити» блогеры могут опубликовывать фотографии, тексты, GIF-изображения и так далее. Все эти данные будут автоматически отображаться в лентах подписчиков канала. По словам представителей видеохостинга, они будут внимательно следить за реакцией пользователей. В будущем они планируют расширить возможности YouTube Community, добавив ряд новых функций. Главная задача YouTube Community – это помочь авторам видео не только привлечь к своим каналам аудиторию и удержать ее с помощью нового контента, но и общаться с пользователями. Вот такие вот дела, ребятки. Всем спасибо, пока! Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.